Демонтаж крыши дома на северо-власихинском проезде 60 начали в Барнауле. Напомню, 10 июля там произошел серьезный пожар. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Сейчас подрядная организация ведет разбор кровли, стропильных систем, утеплителей. На восстановление крыши выделили 11 миллионов рублей из резервного фонда. Работу необходимо завершить до 1 октября. Учтены, в принципе, все работы, которые необходимо выполнить. Мы не ожидаем особых проблем, потому что подрядчик опытный, он достаточно большой опыт имеет по ремонту этих конструкций крышных.